Привет, Gamescope. Меня зовут Константин, я работаю в компании Gaiden, и сейчас мы покажем немножко геймплея игры War Thunder, которая интересна многим людям. Прежде всего, хотелось бы сказать, что игра для всех. Каждый может научиться летать. Сейчас вот попробуем девушку научить летать. Все, на себя это вверх, да, от себя это вниз, налево-направо это вращение самолета. Соответственно, вот мы видим геймплей. С третьей попытки девушка, которая вообще не умеет летать, взлетела на самолете, пускай в упрощенном режиме, но мы потратили на это меньше минуты. Фактически, да, первый я сам играю, самый первый. Вот. Мы видим, в данном случае это карта Сталинград, исторически соответствующая Сталинграду, то есть были проведены корректировки со временем, то есть взята карта сегодняшняя, но корректированная под время военное. Вот. Соответственно, мы видим поведение самолета в воздухе в вращенном режиме, мы видим небо, мы видим кокпит самолета, в котором можно, например, посмотреть, что происходит с помощью камеры. Можно взглянуть в сторону, можно взглянуть в другую сторону, можно посмотреть вниз, например. Вот. Видеть, что пилот тоже управляет самолетом, он у нас присутствует. Вот. Немножко пострелять более зрелищно. Потратить все патроны почти на пушку, перегреть пулеметы. Также у нас есть виртуальный кокпит, который понравится людям, которым не интересна модель самолета, хочется большего ощущения полета. Вот. Двигатель, который мы слышим во время полета, это двигатель настоящего И-153 в данном случае. То есть звуки записывались с конкретных самолетов, и человек может почувствовать себя, опять же, в военное время, почувствовать, как чувствовали люди, которые летали на этих самолетах. Флайт-модель самолетов также настраивалась под каждый самолет отдельно, а так как в игре уже около 200 самолетов, соответственно, 200 разных абсолютно флайт-моделей, которые игрок просто может выбрать именно тот самолет, который интересен ему, а не летать на том, который дает игра. Это огромные возможности, и каждый может это сделать, каждый может получить удовольствие по-своему. Вот, можем немножко выполнять высший пилотаж. Сейчас чуть провались. Ага, потом на себя. И держи, вот держи в одном положении. Да, у нас есть перегрузки, причем как отрицательные, так и положительные. Вот, каждый может почувствовать себя Лавочкиным. На Лавочкине. Советская ветка в этом плане представлена полностью. Ла-5, Ла-7, Ла-9 вот готовится к представлению. Также есть известный самолет Второй мировой войны Як-9Т, так называемый истребитель танков, орудие которого позволяло ему пробивать даже средние и тяжелые танки. Хотя вообще в целом самолеты по тяжелым танкам не стреляли, только бомбили. Вот. Можно спуститься чуть пониже. Сейчас к воде подлетим, посмотрим поближе, пониже. Вот. Карты есть не только исторические, то есть Сталинград, Берлин, Тихоокеанский театр военных действий, например, Мидуэй. Также есть вымышленные карты, которые сделаны для аркадных игроков, чтобы они получали удовольствие от пилотажа. Карты «Каньон», я, конечно, сейчас покажу, объясню. И карта «Штурмовка в кратере». Они немножко необычные архитектуры и в целом ближе всего, наверное, норвежские фьорды. Давай еще ниже, не бойся. Левее. На себя. Опа, и теперь спокойно. Низко. Вот, вода вблизи, деревца. Все разное, интересное, необычное. Сейчас давайте немножко еще геймплей покажем. Сейчас, подожди, я тебя выкину в другой бой. Немножко другого, немножко нового, немножко более необычного, нестандартного. Немножко совсем-совсем недоработанного. Но нажми, пожалуйста, режим игры. Ага, и выбери. Нет. Выбери миссию. Так, соответственно, давай. Нет.
Давай песочницу лучше. Режим песочница. Ага. Соответственно, вот есть закрытые комнаты для игроков, которым неинтересно играть со всеми. То есть, как бы, не онлайн-игра внутри онлайн-игры. То есть, еще один слой населения, которое мы привлекаем к нам поиграть. Создать. Угу. Вниз. Вниз, 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 крути. Штурмовка. Давай, вот этот. Давай. Нет, мы создадим с тобой упрощенный. Ну вот, соответственно, сейчас полетаем с ботами немножко, для того, чтобы игроки нам не мешали. Хотя можно полетать и с бета-тестерами при желании. Пошла загрузка. Во время загрузки мы видим небольшой брифинг, легкий, буквально, чтобы игрок успел его прочитать, потому что многие игроки не читают тексты, этого не любят. А вот буквально в две строки. Выбираем самолет. Выбирай, какой тебе нравится. Ну, допустим, L5F. Вот небольшая историческая справка. Загружаемся. А, вот. Все, лети. Вот карта, не существовавшая в реальности, но сделанная дизайнерами для того, чтобы игроки почувствовали возможности самолета по пилотажу и как можно более такая необычная, интересная. Туда, туда прям ныряй. Ныряй, ныряй. Ныряй вниз. Оп. На себя. Не, спокойно. Оп. Интересно. Вот тоже отдельно кокпит совершенно другой у самолета. Чуть сбрось скорость, знаешь, как на вираже, он тебя на горке заглохнет, видишь? Скорость сбрасывается, он вот, а теперь добавляешь снова. И направо, направо, направо. Оп, на себя, налево, оп, добавляй скорость. Ну, видишь, как легко? Собственно, вот даже на сложном устройстве, как пластик, который довольно необычен, множество кнопок, пугающе изначально выглядит, девушка может выполнять пилотаж вполне. Можно вот туда спуститься вниз, к аэродрому. Вот уже от ботов получаем небольшой урон. Ну, аж в лодке прям пострелять. Да. Там вдалеке? Да, вот направо. Ты направо, на себя. Вот, вот пролетел. Нет, ты более плавное движение делай. Смотри. Оп, налево. Налево, 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 налево. Оп, на себя. Вот, видишь? И чем более плавное движение ты делаешь, тем более он послушен, менее дергается. Вот, собственно, вражеские корабли. Ты перебарщиваешь, чуть-чуть плавнее. Ничего страшного, иди к аэродрому туда дальше. Вот вражеский аэродром, который нужно уничтожать. Один из способов победить, собственно, в этой карте, это уничтожить вражеский аэродром бомбардировкой. Вот видишь, ты перестал перебарщивать, сразу плавнее ты начала делать. Нет, это просто обозначение. Если ты хочешь убить, если хочешь убить обозначение, это не стоит того. Вот. Эта карта ты делаешь направо и на себя. Только чуть налево. И он у тебя идет направо. Ну да, видишь, он тебя, ты как бы наклонила, еще теперь выравнивай налево и на себя. Вот. Вот. Можем более экшеновое что-то показать, сейчас загрузить. Давай. Сейчас я тебя отправлю биться с бета-тестерами. Отлично. Неужели я смогу? Да, почему бы нет? Сами, кажется, я никуда не попаду просто. А мы возьмем сейчас тяжелый бомбер и будем бомбить. А. Так. Так. Допустим, да, вот за британцев. Вот, собственно, один из режимов аркадные именно бои. Есть исторические. В исторических мы не можем выбирать из всех стран, но выбираем из тех стран карты, которые сейчас стоят. То есть мы не сможем полетать, например, за японцев против немцев. Нет такого. То есть в аркаде, пожалуйста, за любую страну, с любой страной. В исторических боях все исторически точно и верно. Сейчас загрузимся в бой. Игроки довольно быстро набираются. Несмотря на то, что сейчас день, многие из них отдыхают или спят. О, пошла загрузка. О, сейчас будешь бомбить. Бомбить многое страшно. Большой
Опять же, небольшие советы, вот здесь вот появляются время от времени, которые помогут неопытному игроку немножко разобраться в игре, если он чего-то не понимает. Также есть отдельный раздел энциклопедии, где игроки могут прочитать о трюках, которые выполняются в игре, и так далее. Убирай ланкастер. Ага. Сейчас, подожди. Ага. Ага. Сейчас мы будем большим, огромным, тяжелым, летающим бомбером. Да, газ. Ну, середина белый. Соответственно, вражеские лодки у нас вот там. Мы летим прямо туда, прям не снижаясь вверх. Да, поверх летим. Есть бомбовый прицел, соответственно, для того, чтобы бомбить. Есть режим ганнера, который позволяет стрелять в догоняющие самолеты. Если это тяжелый бомбер, у него несколько огневых точек чуть на себя. Ага. Вот. Сейчас мы, соответственно, долетим. Вот, например, вражеские эсминцы. Мы сейчас их чуть направо. Не-не-не, а я тебя научу. Тут очень-очень просто. Как раз таки для людей, которые сбивать самолеты не умеют, или им просто это тяжело дается, есть бомбардировщик, который не сбивает самолет, он просто уничтожает наземные или наводные цели. Давай еще правее. Еще. А? Так. И на себя еще. Вот. Смотри. Да. Теперь мы выровнялись. Идем на себя чуть возьми. Правее. Нет, ты. Да. Чтобы кружечек вот этот у нас навелся на красненькое. Так. Собственно. Нас стреляют активно. Сброс. Получилось что-то? Идем, да. На себя. Окей. Смотрим на бомбы. Вот, собственно, взрыв бомбы. Еще. Сбили самолет, сбросили бомбу. Как эпично, она падает. Сейчас как взорвется. На себя. Я смелее. Интересно, во время того, как там я... Да. Он немножко стабилизируется. Ну, давай возьмем вот этот тайфун, он довольно мощный. Сейчас я будем... Смотрю, да. Нет, выбор. Ага. Собственно, игрок всегда знает, где он находится на карте, так как во время боя ему пишет квадрат, в котором он находится, и мы можем смотреть. Вот мы в D7, например, да? Вот. Ну что, выбирай цель. Ну вот, например, Биафор. Давай. Смотрим сюда. Орлов. Теперь вниз. Давай. Более резко, будь вот такой активный. Еще ниже. Вот уже можешь пострелять. Ну, или направо. Господи, не надо в эти лодки стрелять? Нет, зачем? Можешь самолеты пострелять. Направо еще походи. Направо. На себя. Так. И, ну, давай на себя. Отлично, молодец. Все, отпускай. Выравняйся. Вон, налево. Видишь, бомбер летит? Вниз. Вниз. Направо. Спокойно, направо. Еще направо. И на себя. Направо еще и на себя. Так, летать не научилась, теперь будем учиться сбивать. Давай попробуем на мышке немножко полетаешь сейчас. На себя направь. Давай полный газ, наверх. Так. Управление. По умолчанию. Да. Бери мышку. Все, теперь куда направила мышку, туда летит самолет. Вот еще один вариант управления, когда игрок вообще не умеет летать, у него нет никаких под рукой девайсов, да, если у него, например, ноутбук, да, он просто летает на мышке. Абсолютно просто и ненапряжно. Я выбираю, в кого ты будешь стрелять. А я достану вообще? Да, легко. Добавляем газа на максимум. Колесико вперед крути. Нет, тогда не так. Сейчас назад. Сейчас мы тебе еще управление прицеливанием.
Оп. 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 Все настройки меняются по ходу, можно не напряжно это сделать, очень быстро. Теперь газ у тебя на колесике вперед крутишь. Так, наводишь, средняя кнопка мыши, нажимаешь на колесико сверху. Ага. Мы взяли его в таргет. Теперь при подлете вперед, давай до конца крути колесо. Ага. Сейчас мы его догоним, у нас появится круг упреждения, в который нужно стрелять. То есть для аркадных игроков у нас есть упреждение, которое позволяет игроку знать, куда нужно стрелять, чтобы попасть в летящий самолет на перерез. Правее, 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 правее. Правее, ниже, правее, правее. Еще правее. На перерез мы идем, еще правее. Вот так, хорошо, молодец. Еще правее. Так, появился, видишь, кружочек? Кидай, стреляем в кружочек. Чуть выше. Не спеши, не спеши. Сначала перекрестие должно дойти. Оно, видишь, опаздывает немножко. Вот, стреляй. Выше, левее. Выше, левее, активнее. Можно мне вот это? О, господи, как это не... Но нет. Теперь заходи на второй круг. Правой кнопкой мыши ты можешь следить, где враг находится. А вот самолет сбит, кстати. Мы еще и убили. А вот еще один, выбирай. Соответственно, нажимаешь среднюю кнопку мыши. Нажимаешь, он... А, вот не дали, выше. Да. Выбирай еще, какой тебе нравится. Давай, среднюю кнопку мыши нажми. На колесико нажал, да, вот. Сейчас мы его догоним, опять появится круг прицеливания, и мы его собьем. Ниже, 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 еще ниже. Стреляй. Ну вот, выше. Молодец. Выбирай следующий, как эти. Вон справа наверху. Вон тот, да. Ниже. Это уже за тобой. Выше, выше, выше бери. Ага, молодец, вниз. Вот он, прям. Догоняй его. Не-не, догони сначала. Выше, правее, еще выше, выше, правее. Вот он, прицельный, видишь? Тебя на 7. Да, да, левее. Давай. Еще выше. Мне мозолит глаза кнопка «Бой», потому что я все время нажимаю сюда. Вот видишь, били, на этот раз били тебя. Давай следующий самолет. Вот, собственно, нам показывают киллер-камеру, то есть тот, кто нас убил, мы можем его запомнить. Бери этот. Мне кажется, ее либо надо... Вот, да. Давай, сейчас мы... У него более мощное выражение, чуть такое помеснее. Выбирай. Вон, давай лодочку. Да, прям средней кнопкой мышки на нее тыкай. Вот, сейчас мы до нее долетим. Соответственно, у лодочки тоже будет упреждение, стрелять чуть-чуть вперед нее. Ну, буквально вот настолько, чтобы весь вперед выходил. Вот это полоса. Рунайка, точнее, Рунайка, первый начал, я продолжил. Правее еще, правее. Говорили, стреляй. Чуть-чуть, короткими. Ниже. Вот, еще правее. Вверх. Молодец. Сейчас еще правую кнопку нажми, чтобы видеть, где она. Правую кнопку. Ну, видишь, она вон она. Точно, уходишь налево, на круг. Выше, выше, выше. Хорошо, выше. Смотри, правую кнопку нажала. Вон она. Дальше налево туда. И вниз. Вниз, 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 вниз. Нормально. Вон она. Ну, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Нормально, ничего страшного, он выровняется. Вот. Оп, да, заходим. Ниже. Чуть-чуть ближе к ней. Молодец, чуть ниже. Еще, еще. Молодец. Вот, технику уничтожь, пожалуйста. Человек играет 10 минут. Человек уже уничтожил один самолет и одну технику. Не, он просто... инструктор тебе, инструктор помогает тебе, и он не дает тебе вращаться. Уходи налево. Налево, 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 налево. Еще, 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 не бойся. Налево туда. Оп, активней. Вон туда разворачивайся. Вон там еще лодочки, сейчас мы на них пойдем. Вон туда. Справа, справа внизу. Туда. Или этих, давай. Вот тебя догнал таки этот ас. Более такой активный, верткий. Выбирай. Кого мы на этот раз убиваем? Не знаю, выбери сама, какая тебе нравится больше. То есть на нем колесиком щелкнешь, он тебя зафиксируется. Давай, вот его, давай. Или нет, его уже сбили. Давай следующий. Давай вот этот, толстый. Он по-любому толстый, вот справа. Ага. Выбирай. Вот. Да, да, да. Видишь, у него вокруг него появилась кружочек. Вот. Ниже, ниже бери, ниже, ниже. Да, левее, ниже. Молодец. Левее, левее, левее. Еще левее, еще левее. Молодец. Давай, еще левее.
Еще левее, левее, левее. Вон, видишь, появился прицел? Зажимай кнопку стрельбы прям. Левее, выше, левее. Все, перезарядка, ждем 30 секунд. Уходим, уходим на круг куда-нибудь. Да, 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 за скалу туда. Сейчас перезарядка закончится, и мы дальше пойдем. Вот, собственно, в аркаде у нас есть перезарядка. В реалистике, к сожалению, перезарядки не будет. Если кто-то потратил все патроны и бомбы, или не, к сожалению, для любящих, Дон должен вернуться на аэродром и, соответственно, сесть и перезарядиться. Иных вариантов просто нет. Нет, если он видит, что вражеский бомбер подбирается к технике или аэродрому, у него нет патронов, он явно не успеет перезарядиться и вернуться, он может отдать свой самолет, свою жизнь за победу и столкнуть его с траекторией. Но может случиться так, что он не столкнет его с траекторией, а погибнет зазря. Тоже надо уметь еще это делать, но... Нет, мне все-таки выбирать. А, сейчас мы реактивник еще возьмем. Это еще и 15, даже не и 153. Конечно, мышку пробуешь. Давай, Халка. Ты ну, должна разбить все давай. Самолеты, да? Да? Нет, но просто в аркаде можешь брать до 10 самолетов в бой, то есть 30 игроков, каждого до 10 самолетов, 300 самолетов, 300 наземки. На карте происходит огромное количество уничтожения. Да, вон СБ-2. Такой толстенький. О, да, выбрал, молодец. А гонялся ты за этим? Хочешь его еще раз догони? Вот тот справа вот этот вот. Да. Сейчас, сейчас мы его догоним. А, его уже сбили. Вот, вот он идет, лопеть. Давай. В данный момент мы играем, кстати, с бета-тестерами, то есть эти люди все реальные, это не боты. У нас забирают цели из-под носа, мы ничего не можем сделать. Вот. Каждый игрок, который участвует в бою, получает поощрение игрой. Вот, например, двойной удар, да? Помощник, ну, защитник истребителей, защитник бомберов, бомбер. Все они получают, игра видит, что игрок участвует в бою, что помогает своей команде, и поощряет игрока, соответственно, деньгами и опытом. А также просто приятным званием, например, первая кровь, последний удар, а также человек, который наносит и тот, и другой, то получает альфа и омега. Вот, вот это, да, Spitfire, давай мы его сейчас. Смотри, почти, почти. Правее, 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 правее. Теперь левее, левее него. Вот от нас прячется за скалу, мы сейчас будем вниз и налево. Налево, налево, налево. Опа, еще, 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 еще. Еще налево, молодец. Теперь вниз. Вниз налево. Он туда спрятался. Нет, его, наверное. А вон он, вон он, вон он. Да. Судя по всему, он. А, он в хвост нам хочет дойти. Ну-ка, ну-ка. Давай, давай, еще, еще. Еще ярче. А, вот он. Вот он, гад. Теперь мы прячемся за скалу. Вот он летит. Выше. 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 Ну, так давай реактивнее. Мы, кстати, немножко проигрываем. Надо, надо немножко помочь. Давай вот этот вот. Хе-111 от 10 километров. Добавляй скорости максимальную. Вот, не-не, вот этот, да. Сейчас мы ведем порядок. Выше бери. Выше, 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 выше. Не, не так активно, да. Ну, у него тоже есть кокпит. Свой, собственный. Ну вот, и более опытные игроки на бомбардировщиках стараются забраться повыше, дабы их не очень было удобно сбивать, а сами очень любят бомбочку на союзный, точнее, вражеский аэродром скинуть. Как правило, когда на нем отреспится какой-нибудь игрок. Давай. Ниже, ниже. А, собственно, девушка, которая играет уже 15 минут, уже профессионал, уже не начинающий человек, поиграв небольшое количество времени в бою, в реальном бою с бета-тестерами, вот мы смотрим ник, занимает середину списка. То есть у нее есть уничтоженные цели, у нее есть уничтоженные самолеты, она участвовала в бою, она осталась жива в конце раунда. И вот осталось уничтожить всего несколько самолетов, и в общем-то, победа уже близка. Вот сейчас, возможно, последний мы, наверное, и собьем.
Пойдем искать последнего. Сейчас я скажу, есть он вообще на карте? Нет, остались только корабли. А, вот еще один. Сейчас мы его... Он куда-то испугался и убежал. Я думаю, что он раньше еще. Да, победа. Мы всех победили. Несмотря на тяжелый затяжной бой, мы поучаствовали. Сейчас посмотрим нашу эффективность еще. А, можно сохранить повтор при желании, но неважно. Далее. Нажимай. Вот. Эффективность 65%. Человек, который играл практически первый раз. Смотрите. Вот. Можно посмотреть, на каком самолете мы были наиболее эффективны. Мы были эффективны на B-Fighter'е, да, наиболее. Так, Метеор был немножко в более низком положении. Соответственно, есть время боя. Да, наведите, да? Да. Это вот время, которое мы непосредственно участвовали в бою. То есть сбивали истребители, бомбардировщики, бомбили, присутствовали на поле боя. Не где-то летали, а именно вот. Собственно. И, пожалуйста, вот в сторону воды. Вот. Соответственно, прогресс по уровню, полученное общее количество опыта, общее количество игровых денег, которые можем потратить на дальнейшие исследования. Продолжай. Итак, сейчас мы посмотрели немножко геймплея War Thunder. Я думаю, что всем понравилось. Каждый найдет что-то свое. И до встречи на полях сражений. Увидимся.